Всем привет, дорогие друзья! Пришла очередная посылочка из Китая. Одна из последних посылок пока что. Больше я ничего не заказывал. Ну, не надо мне ничего больше. Здесь должен быть толщиномер краски. Шла она очень долго, потому что китаец сначала забыл мне ее отправить, скажу вам так. Пока я ему не написал, что спустя месяц, что типа, друг, трек-номер-то неправильный, трек не отслеживается, что будем делать? В итоге он мне предложил возврат денежных средств, либо отправить посылку по новой. Но смотрю, она подорожала, потому что я брал ее за 900 рублей, сейчас она в районе 1100 стоит, этот толщиномер, он стоит... Поэтому я как бы решил перезаказать. В итоге, как мы видим, вот такая вот у нас упаковка. Довольно-таки хорошая, с большими пузырями. Будем сейчас все это дело распаковывать. В комплекте у нас идет, короче, вот такая вот какая-то шляпа непонятная. Что это такое, я не знаю. Короче, кто знает, если что, пишите в комментариях, что за херня. И вот в такой вот сумочке идет у нас толщиномер. Вот, давайте посмотрим. Да, вот он, оранжевенький. Такая вот штукенция, короче. Взял его так, ну, просто для себя, на всякий случай, пусть будет, пусть, как говорится, лежит. И идут у нас в комплекте еще инструкция. Кстати, инструкция, ребят, крайне удивлен. Китайцу респект. Инструкция на русском языке. Вот это да. Руководство пользователя. В шоке. Молодец, хоть на этом. Пластинка алюминиевая. С защитной пленкой. Я так понимаю, что вот это алюминиевая пластинка, а вот это металлическая, потому что она потяжелее. И разно всякие для калибровки ну такие штуки. Здесь вот 0,10 миллиметров, 0,50 миллиметров. Такая вот штука до скольки, даже не знаю до скольки, до 2 миллиметров максимальная толщина в наборе. 5 пробников, или как они правильно называются. Так, идет он у нас, я так понимаю, без батареек. Здесь должно быть 2 мизинчиковые. Давайте, ребят, я паузу сейчас нажму. Нажму паузу. И возьму батареечки, поставим. И проверим эту штуку сразу. Сейчас, секундочку. Так, ребят, я нашел 2 батареечки мизинчиковые. Сейчас с вами все это поставим. И будем, как говорится, проверять. Блин, ну, конечно, крышка что-то такая ненадежненькая. Так, включаем. О, как видим, все горит. Так, здесь настройки надо почитать. Где что? Ну, вот вроде как в миллиметрах нам надо все это дело мерить. Давайте возьмем вот эту пластиночку алюминиевую и на нее поставим. То есть вот я ставлю по нулям. Звук, кстати, я бы не сказал, что он прям такой. На других обзорах я видел, он прям пищит конкретно. Здесь у нас толщина 0,25. Что-то нифига.
Почему-то что-то не показывается. Так, давайте я сейчас на паузу нажму, разберусь и продолжу. Ладно? Сейчас, секундочку. Итак, ребят, не знаю, конечно, в чем разница, но вот эта вот металлическая пластина, на ней вроде как работает все четко. Вот я буду ставить. Так, опять что-то барахлит, непонятно. Вот, нули. Теперь мы берем самую тоненькую, 0,05. Ставим на нее. Она показывает 0,02. То есть погрешность у нее, я так понимаю, плюс-минус 0,03, это норма. Ставим десятку, показывает 0,05. Хотя до этого пробовал за кадром, четко десяточку показывал. 0,05. Ставим 0,25. Но у нас показывает 0,2. То есть погрешность 0,05 присутствует как бы. Ставим единичку, то есть миллиметр, она показывает 0,98. Я так понимаю, что это в принципе нормально. Здесь 1,97. Может, я как-то откорректировал неправильно. Вот на алюминиевой, то есть нули, показывает у нас. Ставим единичку на алюминиевую пластину, показывает почему-то 0,53. Ставим двушку. Показывает 1,45. В чем прикол? Не знаю. Пацаны, пишите, как бы, но кто знает, может быть, пишите в комментариях. Посмотрим. Отдельно сделаю я видеообзор уже тогда, когда подойду к машине. Сейчас машина у меня как раз стоит на покраске. Одна, а вторая как бы, ну, ездит. Я сейчас на ней передвигаюсь. Подождем сейчас, когда машина придет с покраски. То есть я уже буду знать, какие детали там крашены, какие не крашены. То есть тогда мы с вами все это на видео заснимем. И уже поконкретнее разберемся в работе этого прибора. Насколько у него погрешность и все такое. Но в принципе, ребята, как бы, если он даже врет на 0,03, на 0,05, это уже, то есть, большой плюс. Уже можно будет разобрать, где есть шпаклевка, где ее нету. И вообще, то есть, вот видите, ставлю 1,98. То есть уже будет видно, что машина в каких местах крашена, в каких она не крашена. Поэтому вот так вот, такие вот дела. Еще одно, как бы, запустил я игровой канал, называется он Crisp Game Channel. Там будут всякие стримы на этом канале. Если кто из подписчиков, как бы, смотрит постоянно мои выпуски, наверное, заметил, что на данном канале есть несколько видео про танки. Ну, что-то решил я постримить немного, посмотрим, как пойдет, не пойдет. Как бы интересна эта тема. Заходите по ссылочке тоже, если вас не затруднит. Заранее спасибо, кто поддержит меня в этом. Заходите по ссылке, подписывайтесь на второй канал. Повторюсь, называется он Crisp Game Channel. Ну, кто интересуется игры World of Tank Blitz, в принципе, я там всегда, то есть буду делать стримы, общаться с подписчиками и все такое вживую уже. Вот, канал только создан буквально пару дней назад. Всем заранее, ребят, спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вам всегда благодарен за вашу поддержку. Соответственно, чтобы канал не затух, нужны подписчики. Благодаря вам, то есть, это меня, то есть, стимулирует на новые покупки и на новые обзоры. Всем вам спасибо большое. Пока-пока. До новых встреч.